Здравствуйте, меня зовут Наира Асатрян. Я участница международного благотворительного онлайн-фестиваля «Артмосфера». В рамках фестиваля хочу представить свой клип, который был снят во время концерта, который проходил в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в городе Москва. Я хочу, чтобы все участники и все люди помнили, что главное, что есть поддержка, мы есть друг у друга, и что любые невзгоды обязательно проходят. Берегите себя и своих близких.